Спортивному региону условия для занятий. В ходе прошлой прямой линии глава региона ответил на вопросы спортивной тематики. Так Сергей Меликов заявил о намерении создать воркаут-площадки и футбольные или мини-футбольные поля в каждом населенном пункте. Он подчеркнул, Дагестан одним из первых регионов присоединился к масштабному общероссийскому проекту «Футбол в школе». В ходе прямого эфира руководитель республики рассказал и о развитии большого футбола в регионе, в частности, о будущем клуба «Динамо». Сергей Меликов признался, болеет за команду, радуется каждой победе. «Динамо вперед», подытожил глава региона. Напомню, прямая линия, на которой Сергей Меликов ответит на вопросы дагестанцев, состоится совсем скоро, 29 ноября.